Сейчас покажу вам упражнение на переднюю дельту, то есть на более изолированную работу. Кто нуждается в данном упражнении, вот, смотрим, как выполняется. То есть здесь, в принципе, тоже ничего сложного. Выполняем махи вперед, говорю. Также спокойно поднимаем, опускаем. Поднимаем, опускаем. Можно тоже немножко сделать наклон, убрать грудную клетку чуть вниз, сутулиться, то есть и выполнять упражнение спокойно, также с паузой, плавно опускаемся. Все.